Там, где Баалей Тшува стоят, даже великие праведники стоять не могут. Как сказано у пророка Ишаяу: «Шалом, шалом, шалом далекому и шалом близкому». Сначала мир далекому, а потом мир близкому. 91-й год. Ешива переехала в новое здание, старый бревенчатый дом Центра Союза, Подмосковье. И вот появились новые ребята, трое старшеклассников с Украины, несколько московских студентов, два молодых медика из Саратова. Я преподаю в первой группе. И вот моя группа начинающих должна сдавать экзамен по первой главе трактата Брахот. И всю неделю они учили, а сейчас я принимаю экзамен. Но жарко, солнце. И меня попросили учиться на улице. Так делал мой учитель Рав Ицхак Зильбер. И мы вышли на улицу. А решетки здания санатория – это такие бруски. И видно, что происходит на улице и что происходит внутри. И вот посередине улицы мы видим, идет пьяный. Весь земной шар шатается под его ногами. И вдруг он видит нас в черных кипах, в белых рубашечках, с ниточками цицит, с книжками в руках. Ну, я уже ожидаю, что будет такой мат-перемат. И вдруг на всю улицу, размахнувшись, он кричит: «Счастливцы!» Эту историю мне рассказал мой хороший знакомый, доктор, который работает врачом в Нью-Йорке. И он приехал в Москву, в нашу ешиву Торат Хаим, чтобы встретиться с предложенной ему девушкой для шедуха. И он рассказал про субботу в ешиве. Посредине санатория находился большой пруд. И в субботу часто из соседней места, из удельной, перелезая через забор, приходили отдыхающие, чтобы провести выходные возле нашего озера. А в субботу евреи отдыхают. И после второй утренней праздничной трапезы наши ученики в белых рубашках, в галстуках, в шляпах прогуливались вокруг озера. И они обсуждали тему недельной главы, либо даже вопросы, которые они изучали в Талмуде. И вдруг они услышали: посередине озера стоял один отдыхающий, который уже хорошо принял. И он стоял посередине озера и смотрел на этих евреев, которые гуляют в субботу. И вдруг он закричал в полный голос: «Евреи, возьмите меня тоже в эту вашу ерунду!» Счастливцы!